пришли к вам на работе. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Владыка Варлама. Пожалуйста. Спасибо. Ну вот, дорогой брат Юнусбек Бамангиреевич, я так к вам обращаюсь, потому что мы с вами долгие годы уже знакомы и много раз общались. И по вопросам очень важным, и всегда находили не просто общие точки взаимоприкосновения, но и общую позицию по важным вопросам межнациональных, межрелигиозных отношений. Я хотел бы сейчас засвидетельствовать мое глубокое уважение к вам, как к герою, который ценой своей жизни доказал верность тем принципам, которые он разделяет. Ваш пример очень важен для многих людей во власти. Власть — это не просто возможность управлять другими людьми, власть — это всегда жертва. Если человек не жертвует собой, своим временем, своим здоровьем, ограничениями, которые накладывает на него эта власть, то значит он морально, нравственно не готов к высокому служению. Мы видим, что происходит в некоторых странах, когда нравственные качества людей не соответствуют высокому служению. Поэтому я хотел бы в первую очередь сказать, как я искренне вас уважаю именно с этой точки зрения. Ну и потом мне хотелось бы поблагодарить вас за те отношения, которые существуют с владыкой Варламом, которого вы хорошо знаете еще до того, как он стал архиереем, и за все то, что вы делаете для межнациональных отношений в республике. И готов обсудить с вами те вопросы, которые есть у вас, у владыки. У нас сегодня такая замечательная возможность. Приветствую вас сердечно. Спасибо. Спасибо, ваше сердечество.